Темой стало исполнение доходной части консолидированного бюджета Кубани за 10 месяцев текущего года и мероприятия по сокращению задолженности по неналоговым доходам. Игорь Галась отметил, что необходимо провести комплекс мер по оплате физлицами имущественных платежей, активнее работать с недоимкой. За 10 месяцев консолидированный краевой бюджет от Анапы поступило почти 6 миллиардов рублей, на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 10% выросли поступления и в местную казну, почти 160 миллионов рублей. Продолжается кампания по направлению физлицам единых уведомлений о начисленных суммах имущественных налогов. Это транспортный, земельный и налог на имущество. Практически все уже вручены налогоплательщикам.